Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости» в студии Светлана Демина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Первый обязательный экзамен. Зареченские девятиклассники сдали математику в режиме ГИА. Мы готовились целую неделю усиленно. У нас очень хороший учитель, нас хорошо готовил. Поэтому я думаю, что мы все сдадим. От простого хранилища книг до большой информационной сети. Современные библиотеки дают возможность своим посетителям всесторонне развиваться. В первую очередь библиотека – это показатель образованности, интеллигентности, воспитанности, начитанности. Зареченские самбисты вернулись с наградами с двух турниров. Путь к медалям был непростым. В первом поединке надо было хорошо выступить, там, чтобы пройти дальше. Первый поединок, он самый сложный, я считаю. В Заречном все готово к началу летней оздоровительной кампании. В первую смену свои двери откроют 8 городских лагерей с дневным пребыванием детей. Зареченские школьники будут отдыхать в лагерях, открытых на базе гимназии 216, Дидакт, школ 218, 221, 222, 225 и 229, в Центре образования и профессиональной ориентации и в городском санатории-профилактории. Планируется, что за первый месяц лета в городских лагерях смогут отдохнуть и поправить здоровье более 1000 школьников. Первые летняя смена в Заречном начнется 1 июня. Замечаний никаких нет. Все, что было предварительно, все устранено. Каждый лагерь готов как в части санитарной, как в части хозяйственной, так и в части содержательной полностью. И дети везде набраны, путевки оплачены. Все готово. Девятиклассники сдали первый обязательный государственный экзамен. Аттестация по математике прошла во всех регионах России. В Заречном первое обязательное испытание выдержали около 400 школьников. Как прошел экзамен по математике, расскажем в следующем материале. Эстафету выпускных испытаний у 11-классников первой ЕГЭ они сдавали 25 мая, приняли учащиеся 9 классов. Первый экзамен – обязательный, математика. Его сдают все 9-классники. Сегодня 387 выпускников 9 класса сдают математику в форме основного государственного экзамена, и 19 человек сдают в форме государственного выпускного экзамена. Это дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году экзамены старшеклассники сдают в 226-й школе. Ее специально оборудовали к аттестации. На входе поставили металлодетектор. Этажи, где будет проходить экзамен, оснастили устройствами, которые глушат сигнал сотовой связи. Так что, если и удастся пронести в аудиторию мобильный телефон, воспользоваться им школьники не смогут. Не получится и списать у соседа. За партами девятиклассники сидят по одному. У каждого свой вариант. Пакеты с экзаменационными бланками вскрывают на глазах выпускников. Посмотрите, пожалуйста, все они запечатаны, целостность проверяют, и вот эти тоже проверяют, все запечатано. Тестовой части в экзаменационном бланке в этом году нет. Решение всех примеров и задач нужно подробно расписывать. Времени у школьников достаточно. На решение экзаменационных заданий по математике отведено 3 часа 55 минут. Чтобы преодолеть минимальный порог, необходимо набрать 6 баллов, то есть решить 6 заданий, но из разных частей экзамена. Там задания по алгебре, по геометрии и реальной математике. То есть там разделяется на несколько частей. Так как у нас в школах математика преподаются как два предмета алгебра и геометрии, поэтому, когда будут переводить в отметку, будут учитывать задания алгебраические и относящиеся к геометрии. Экзамен, считают девятиклассники, не самый сложный, тем более, что похожие задания перед аттестацией школьники решали на уроках. Мы готовились целую неделю усиленно. У нас очень хороший учитель, нас хорошо готовил. Поэтому я думаю, что мы все сдадим. Результаты аттестации по математике станут известны через 10 дней. Точная наука – лишь первое испытание для девятиклассников. Впереди у них еще итоговая аттестация по русскому языку и экзамены по выбору. Светлана Демина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном удалось снизить число пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказал старший государственный инспектор отделения ГИБДД по городу Заречному Евгений Новиков на заседании городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Если в первые два месяца года количество пострадавших по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 2 раза, то сейчас ситуацию удалось нормализовать. Это стало возможным благодаря большой профилактической работе, проводимой зареченскими инспекторами ГИБДД.
за 4 месяца текущего года. За управление в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками полиции задержано 90 водителей. За то, что не имеют права управления, либо лишены такого права, 14 водителей. Всего выявлено 6314 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. С приходом тепла обстановка на дорогах требует особенно пристального внимания, отметили участники совещания. Горожане выезжают отдыхать на природу и чаще садятся за руль нетрезвыми. Вновь появились на дорогах скутеристы, хотя в связи с ужесточением требований к водителям мотороллеров их в этом году в разы меньше. Тем не менее, интенсивность работы по выявлению нарушений правил скутеристами в весенне-летний период усилится. Также усилится работа и по обеспечению безопасности детей на дорогах. В частности, предстоит провести в соответствии с национальными стандартами пешеходные переходы, расположенные вблизи школьных и дошкольных учреждений. В требованиях к обустройству увеличение числа дорожных знаков, обозначающих приближение к таким переходам, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть вне переходов, и оборудование искусственных неровностей, заставляющих водителей снизить скорость. Подробнее о безопасности на дорогах Заречного мы побеседуем с нашим гостем. К нам в студию придет начальник отделения ГИБДД по городу Заречному Сергей Борисов. Это будет после основного блока информации, а пока к другим событиям. Зареченские библиотекари отметили профессиональный праздник. 27 мая в нашей стране – Всероссийский день библиотек. Библиотека сегодня – это не просто хранилище книг. Это настоящий проводник в бескрайнем море информации. Здесь проходят встречи по интересам, развивающие и познавательные занятия. Современная библиотека в материале Светланы Теплухиной. Эти пластилиновые фигурки – персонажи будущего мультфильма об истории Заречного. Его авторы – юные горожане. Руководит процессом Светлана Зиненкова, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки. В нашей библиотеке работает анимационная художественная студия «Фантазеры». Туда приходят детишки два раза в неделю, и мы вместе с ними лепим персонажей нашего будущего мультфильма, делаем декорации. Мультстудия – это лишь один из проектов Светланы Зиненковой. Чтобы привлечь читателя, современный библиотекарь в первую очередь сам должен быть интересной личностью, считает Светлана Алексеевна. Ее творческие находки оценила жюри областного конкурса «Лучший библиотекарь 2015 года». По итогам профессионального состязания Светлана Зиненкова признана победителем. Динамичные, активные, восприимчивые ко всему новому, творческие – именно такие библиотекари работают сегодня в информационном библиотечном объединении Заречного. Когда-то хранилищем книг предрекали гибель от новых информационных технологий, а библиотека сделала их своими союзниками в работе. Нина Ламскова – автор буктрейлеров, видеороликов, представляющих книги читателям, например, в социальных сетях. Мы стараемся рекламировать книги, ставшие классикой, потому что новинки литературы рекламируют издатели, а мы, библиотекари, рекламируем то, что стало уже классикой. Хорошая литература, литература, проверенная временем. Созданный Ниной Ламсковой буктрейлер по книге «В списках не значился» стал лучшим на областном конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В день профессионального праздника слова благодарности прозвучали в адрес всех библиотечных работников Заречного. Лучшим вручили награды от городской администрации, департамента культуры, руководства информационно-библиотечного объединения. Хотелось бы пожелать всем библиотекарям успешности, удачи, любви в семье, успешности в их профессии, чтобы победы в новых проектах, большого признания. Сегодняшние успехи зареченских библиотекарей – это продолжение традиций, заложенных их предшественниками. В нашем городе всегда любили и ценили и книгу, и библиотеку. Приятно вспоминать, когда на гардеробе, на вахте объявления были: «Подождите, свободных мест нет в читальном зале». И сегодня библиотеки Заречного не пустуют. Сюда идут и взрослые, и подростки, и совсем малыши. Идут, несмотря на все возможности современных информационных технологий. Я считаю, что книга печатная будет всегда, еще много-много веков. И библиотеки тоже будут, потому что к нам в библиотеку приходят люди не только для того, чтобы взять какую-то книгу, а чтобы пообщаться между собой с работниками библиотеки, чтобы обсудить прочитанное. Это как раз живое общение, которое людям необходимо. К нам очень часто приходят люди, которые говорят: да, у меня есть электронная книга, у меня есть смартфон, с которого я могу читать книгу, но я хочу держать в руках настоящую книгу. Я устал от этих гаджетов. В первую очередь библиотека — это умение мыслить, умение выражать свои мысли,
красиво и правильно говорить. И, конечно, это показатель образованности, интеллигентности, воспитанности, начитанности и всего того, что является составляющей современного образованного человека. А потому всегда будет привлекать к себе новые и новые поколения читателей библиотека – место, где согревают души и просвещают умы. Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». В день рождения Заречного в Центральном парке культуры и отдыха Заречья пройдет акция «Найди себе друга». Ее организует участница общественной организации многодетных семей Заречного «Мамы». 30 мая в Центральном парке культуры и отдыха Заречья развернется выставка мягких игрушек. Каждый ребенок сможет забрать себе любую понравившуюся. Организаторы уже собрали десятки подарков. Отдать в фонд акции «Мягкие игрушки» в хорошем состоянии может любой желающий. Для этого их нужно принести в 5, 7, 9, 17 или 19 детский сад или на вахту городской администрации с указанием для акции многодетных мам. Игрушки принимаются до 29 мая. В субботу все они будут представлены на выставке. Мы будем стоять за доской почета на асфальтированной тропинке к дороге. Любой ребенок нашего города вместе с родителями может подойти к стоянке, где мы будем располагаться, и выбрать себе любую понравившуюся игрушку, и можно даже не одну, абсолютно бесплатно, и забрать ее к себе домой. В связи с подготовкой праздничного шествия, посвященного Дню города, будет изменено движение автобусов. 28 мая в периоды с 10 до 11 и с 18 до 18.30 и 29 мая с 10 до 11 часов. Изменения коснутся пути следования автобусов, идущих от 11 КПП до 58 квартала и по кольцевому маршруту от 6 КПП и общественного транспорта, следующего из Пензы по маршруту 102. Схема движения автобусов представлена на сайте муниципального предприятия «Автотранс» и городском интернет-портале «Город Зет». У программы «Компас», которая выходит со вторника по пятницу в 18.50 в прямом эфире телеканала «Заречный», новый спонсор. Теперь все телезрители, позвонившие в программу «Компас», будут участвовать в розыгрыше подарочных сертификатов от торгового центра «Дубрава». Такие призы будут разыгрывать в течение лета. Торговый центр «Дубрава» предоставил 500 сертификатов стоимостью 50 и 100 рублей. Какой именно достанется телезрителю, сможет узнать только он. Сумма указана на каждом сертификате и закрыта защитной лентой. Воспользоваться сертификатом можно в отделах торгового центра «Дубрава». Что делать с этими картами? Можно прийти на второй этаж торгового центра «Дубрава» в любой совершенно отдел и оплатить этим сертификатом до 50% от покупки. То есть, например, у вас сертификат на 50 рублей, вы приходите в магазин, выбираете товар на 100 рублей, платите 50 рублей и отдаете сертификат. Если 100 рублей, то значит на 200 рублей можете набрать. Это первый вариант. Второй вариант – вы можете эти сертификаты копить. То есть сегодня позвонили, завтра позвонили, выиграли, через неделю позвонили, так в течение всего лета. И ближе к 1 сентября со всеми набранными сертификатами точно так же приходите в любой отдел на втором этаже торгового центра «Дубрава» и выбираете уже дорогостоящий товар. В Заречном проходят областные соревнования по автомодельному спорту. Состязаться будут спортсмены из Пензы, Кузнецка и Заречного. Всего около 30 человек. Соревнования будут длиться 2 дня. В первый день участники показали мастерство управления кордовыми моделями. В Заречном стартовали областные соревнования по автомодельному спорту. В первый день состязались участники класса кордовых моделей. Модели кордовые предназначены для достижения максимальной скорости. Этот спорт привлекает детей, во-первых, азартом. То есть здесь полный аналог Формулы-1, исключая то, что водитель не сидит за рулем болида. То есть модели имеют ту же самую конфигурацию, те же самые агрегаты, имеют возможность настраиваться. И ребенок должен все это учитывать для достижения лучшего результата. В соревнованиях участвует около 30 лучших спортсменов Пензенской области. Все они уже несколько лет занимаются в объединениях автомодельного спорта. Ребята сами готовили свои машины к старту. Это модель класса Е2, четырехколесные автомобили с двигателем 2 кубических сантиметра, объемом 2 кубических сантиметра, и на дизельном топливе работают. Ну, достаточно тяжелый. То, что ты разбираешься вот в этих машинках, это помогает как-то разбираться уже в более крупных автомобилях, что-то, знания какие-то помогают в жизни? Ну, в принципе, да, устройство похоже, но не совсем такое. Может помочь где-нибудь в будущем.
Областные соревнования по автомодельному спорту будут проходить в течение 2 дней. 28 мая состоятся гонки в классе радиоуправляемых моделей. После завершения всех стартов состоится награждение победителей. Дмитрий Балясников, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские самбисты собрали урожай наград. Наши спортсмены участвовали в турнире Самарской области, посвященном памяти заслуженного мастера спорта России Евгения Исаева, и на соревнованиях по дзюдо в Пензе. Зареченцы завоевали медали на всех состязаниях. Подробности у Ксении Тризны. Золото, серебро и бронза. Награды всех степеней привезли воспитанники школы самбо «Русь» с открытого турнира Самарской области памяти заслуженного мастера спорта России Евгения Исаева. Соревнования проходили в Тольятти. Конкуренция между спортсменами с самого начала турнира была очень сильной. В первом поединке надо было хорошо выступить, там, чтобы пройти дальше. Ну, первый поединок, он самый сложный, я считаю. Ну, второй поединок уже нормальный, я пошел, разборолся. В третьем поединке вышел в финал. В четвертом решающем поединке Даниле было особенно нелегко. Пришлось выйти на ковер против зареченца Алексея Танцарева. Этот бой стал самым сложным на турнире для обоих спортсменов. Он знает, какие броски я делаю, все знает, какие болевые. Было сложно с ним бороться. В итоге золото досталось Алексею Танцареву, а Данила Яшинов стал вторым. Победитель говорит, к этим соревнованиям готовился особенно тщательно. Я делал свой коронный бросок в стойке много раз, очень много. На зарядку вот ходил, вот делал броски здесь. И в партере тоже болевой на руку отрабатывал. Бронзу соревнований памяти Евгения Исаева привез в Заречный Никита Мурзаев. Кроме этого, спортсмен успел выступить на турнире по дзюдо на кубок губернатора Пензенской области. Никита боролся со спортсменами из Саратова, Пензы, Чаадаевки и выиграл 3 из 4 поединков. Самый сложный первый это был, потому что разогревающий бой, как разогревался, но все-таки сумел я выиграть. И третий, который проиграл, не смог сделать движение. Соревновательный сезон завершен, но тренировки у зареченских самбистов продолжатся. Терять спортивную форму нельзя ни в коем случае. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Новости Заречного снова в эфире. Традиционно с наступлением тепла ситуация на проезжих частях города несколько осложняется. На дорогах уже появились скутеристы и велосипедисты, причем среди них много детей. О профилактической работе, которую проводят сотрудники Зареченской инспекции безопасности дорожного движения, мы побеседуем с нашим гостем. Сегодня в студии начальник отделения ГИБДД по городу Заречному Сергей Борисов. Добрый вечер, Сергей Иванович. Здравствуйте. Какие профилактические меры сейчас в Заречном, скажем так, осуществляются? Ну, во-первых, с целью профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием в основном несовершеннолетних детей, с детьми во время всего учебного года, и, я думаю, не только, также и в период предстоящих каникул, с детьми будут проводиться различные мероприятия по безопасности дорожного движения. Это такие мероприятия, как профилактические беседы, игры, конкурсы, театрализованные представления. Также в апреле совместно с департаментом образования проведены игры, такие как дорожные старты. Уже подведены итоги. Особо отличившихся мы наградили своими подарками, призами. Ну и сейчас в городе идет акция «Внимание, дети», если я не ошибаюсь, она так называется. Что это за акция, да, в чем заключается? Да, действительно, с 20 мая по 5 июня на территории Пензенской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Ну, в основном это касается как несовершеннолетних участников дорожного движения, но в первую очередь это касается водителей транспортных средств, которые у нас непосредственно управляют как автотранспортом, так и мототранспортом. То есть это призыв быть внимательнее? Быть внимательнее при проезде пешеходных переходов, то есть, можно сказать так, соблюдать скоростной режим на улицах, быть внимательным при проезде перекрестков и обращать внимание на те участки дорог, где в непосредственной близости находятся игровые площадки либо другие какие-нибудь детские площадки. Ну, как показывает практика, автомобилисты и другие участники движения, насколько соблюдают правила дорожного движения, и как ситуация с безопасностью на дорогах в Заречном обстоит?
Ну, давайте рассуждать так, что за 4 месяца текущего года на территории Заречного было зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, в котором вины ребенка установлено не было. Здесь была установлена вина водителя, то есть ребенок перебегал, можно сказать, но тем не менее перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. Здесь была установлена невнимательность водителя. То есть профилактические меры, они дают свой результат положительный? Ну да, да, конечно, конечно. Ну, в мае месяце у нас было зарегистрировано еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, это на улице Строителей. Был совершен наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переезжала проезжую часть по пешеходному переходу, по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Угу. Вот, кстати, в таких ситуациях много сейчас наблюдаю, лично я, на дороге людей, которые на велосипеде пересекают проезжую часть. Правилами дорожного движения оговорено, значит, если велосипедист, который двигается по пешеходным, либо велопешеходным, либо тротуаром, создает помехи для движения других, ну, непосредственно, либо пешеход, ну, для движения других участников, можно сказать так, дорожного движения, он обязан спешиться. Угу. Так что при подъезду к пешеходному переходу, к нерегулируемому, значит, как водитель велосипеда, либо лицо, управляющее велосипедом, обязано спешиться и перейти проезжую часть по нему. То есть в пешем порядке. Угу. Сергей Иванович, а есть ли какие-то ограничения для велосипедистов? Вот со скольки лет можно управлять велосипедом и именно передвигаться по проезжей части? По проезжей части можно передвигаться с 14 лет. То есть ограничения тоже существуют? Да, да, да. Если возраст участника дорожного движения меньше, он должен передвигаться по пешеходным, велопешеходным, либо по тротуарам. Какие-то меры наказания за нарушение вот такого рода существуют, если ребенок младше 14 лет оказался на проезжей части, на велосипеде? Ну, здесь, я думаю, меры дисциплинарного воздействия нужно применять к родителям, а не к детям. Угу. Это, наверное, будет самой такой эффективной мерой. То есть за своих детей отвечают родители? Родители, конечно. Ну, как и в случае со скутеристами. Там же тоже много ограничений и возрастных, и правил. Конечно. Вот об этом давайте поговорим. Какие правила для скутеристов существуют? Потому что одно время они чувствовали себя совершенно безнаказанными. Ну, давайте начнем с того, что, значит, сейчас у нас недавно, значит, заработал закон, то, что водитель малолитражного мототранспортного средства с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров обязан иметь при себе водительское удостоверение категории М. То есть, если такого водительского удостоверения нету, угу, лицо привлекается к административной ответственности по статье 12.7, часть 1, и может быть подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Угу. Какая техника признается вот таким транспортным средством малолитражным? Какие транспортные средства можно вот в эту категорию отнести? Ну, я уже сказал то, что это малолитражные транспортные средства, это те технические средства с кубическим объемом двигателя менее 50. То есть скутеры, квадроциклы сюда относятся? Да, у нас есть и квадроциклы, которые, ну, по техническим характеристикам, либо по тем техническим характеристикам, которые указаны в паспорте транспортного средства, меньше 50 кубических сантиметров. Угу. Какие еще правила, скажем так, действуют для скутеристов? Что они должны помнить, когда приобретают скутер, садятся за руль скутера? Ну, защитные средства какие-то они должны при себе иметь? Конечно, конечно. При движении на скутере водитель этого транспортного средства обязан обязан использовать шлем, гермошлем, и передвигаться только с ним. Угу. Это как водитель обязан пристегнуться ремнем безопасности. А можно ли вдвоем ехать на одном скутере, например? Ну, если транспортное средство оборудовано вторым, да, дополнительным, то есть сидячим местом, то не возбраняется. Ну, опять же, здесь нужно смотреть, если имеется второе сидячее травя, это сидячее место, значит, это уже, мне кажется, больше будет подходить под мотоцикл. То есть другая категория? А не под малолитражные транспортные средства.
Ну и правила дорожного движения действуют для скутеристов такие, такие же, как и для автомобилистов. На общих основаниях. То есть и скоростной режим. И... Совершенно верно. А есть ли возможность, скажем так, наказать скутеристов за несоблюдение этих правил дорожного движения? Потому что одно время вот представлялась какая-то сложность в этом. То есть оштрафовать. Раньше, значит, эти участники дорожного движения подпадали под статью 12.29. Управление там у нас есть велосипедом или мопедом, они у нас и. Мы их наказывали только по... Они подали у нас под ту санкцию, которую предусматривала данная статья, то есть 800 рублей. Допустим, если они не пристегивались там ремнем безопасности, там штраф составлял один и тот же, либо там не пропускали транспортные средства там при проезде перекрестков, также они у нас попадали только под одну статью. А сейчас то же самое? Ну, сейчас, да. Все так же остается. Ну, а за нарушение скоростного режима того же? Штраф такой же, как и для автомобилистов? Конечно. А реально их, допустим, засечь на вот этом превышении скорости? Ну да. То есть радар чувствительность ловит? Радар также, конечно, да. Он замеряет скорость транспортного средства. Были случаи, когда скутеристов вот именно штрафовали за это у нас в Заречном? Нет, пока нет еще. То есть ездят по правилам? Ну да, можно сказать так. Сергей Иванович, ну и в завершении беседы, может быть, следует участникам дорожного движения и пешеходам, и тем, кто пользуется транспортным средством, напомнить основные правила дорожного движения, чтобы летний сезон, летний период, когда много детей будет вблизи проезжих частей, чтобы не было беды, не случилось никаких дорожно-транспортных происшествий и прошло все спокойно. Просьба соблюдать скоростной режим, во-первых, при употреблении каких-то лекарственных средств лучше воздержаться от каких-то либо поездок, не управлять, соответственно, транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Спасибо большое, Сергей Иванович. Будем надеяться, что и день города, и все лето пройдет в городе спокойно. Спасибо. Спасибо. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Будьте внимательны. До встречи.